молодой семье родился долгожданный мальчик Сахар с богатырским весом 4, 330 и 55 сантиметров. У малыша не было никаких проблем со здоровьем. Обычные приятные хлопоты, но счастье длилось недолго. В 5,5 месяцев ему поставили страшный диагноз – спинально-мышечная атрофия первого типа или болезнь Вернига-Гофмана. Самая ранняя и тяжелая форма. Без лечения детки с таким заболеванием не доживают до 2 лет. Сейчас Захару всего 11 месяцев. Что такое спинально-мышечная атрофия? Это атрофируются мышцы в результате того, что не вырабатывается необходимое количество белка. У него отмирает мотонейрон и, соответственно, атрофируется мышца. Начинается все с ножек. Вот мы не шевелим ножками, то есть так вот слегка вот стопами ножки, дальше ручки. И уже в самом-самом худшем варианте страдает органы дыхания, органы глотания. Глядя на маленького Захара, диву даешься. Откуда у такого крохи столько выдержки и терпения? Его день начинается с массажа, затем гимнастика и ежедневные занятия в бассейне. Двигательная активность просто необходима малышу, чтобы не давать болезни прогрессировать. Помочь ему может только один препарат. Его зарегистрировали в 2019 году. Изобрели американцы. Это прорыв в генной инженерии. Препарат колется один раз, то есть делается один укол, и сломанный ген, который вот у Захара сломан, он восстанавливается, он копируется и восстанавливается. Корсет на спине, тутеры на ножках, на ручках шеи, пояснице, животе, пластыри, тэпы, стимулирующие работу мышц. Сидеть ребенок может только в специальном кресле. Каждый день малыш тренируется на самодельных тренажерах, а его утро начинается с мешка амбу. Эту гимнастику необходимо делать ежедневно, не менее 100 раз. При таком диагнозе дыхательные мышцы очень слабые. Вздохнуть полной грудью малыш не может. Давай, амбу. Молодец. Молодец. История каждого болеющего ребенка – это целый мир, наполненный переживаниями, преодолениями и маленькими победами, добротой и верой. Только дорогостоящий укол способен подарить крохе жизнь, вылечить Захара раз и навсегда от смертельного заболевания. Цена жизни – 159 миллионов рублей. Много это или мало, сложно оценивать, когда речь идет о спасении человеческой жизни. Мама и бабушка Захара верят в добро и в каждого из нас. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока-пока-пока. Молодец. Мила Тарасевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».